До выборов президента Российской Федерации остается 2 дня. Они будут проходить 15, 16 и 17 марта. Впервые на выборах главы государства можно проголосовать не только лично, но и дистанционно. Мы решили узнать у горожан, какой способ они предпочитают. Вы планируете идти голосовать? Планирую. А как будете голосовать? На избирательный участок пойдете или дистанционно? На избирательный участок. А вы? То же самое. Будете на избирательном участке голосовать или электронно-дистанционном голосовании? Электронно-избирательном. Электронно-дистанционно. Пойдем в избирательный участок. Спасибо. А я дистанционно. Вы дистанционно будете? Да, дистанционно. В избирательный участок. Напомним, помимо действующего главы государства Владимира Путина, к настоящему моменту Центр избирком зарегистрировал 3 кандидатов для участия в выборах. Это Леонид Слуцкий, ЛДПР, Владислав Даванков, «Новые люди» и Николай Харитонов, КПРФ.